Дорогие соратники, дорогие мои товарищи, я поздравляю вас с днем рождения нашей партии, партии «Справедливая Россия». Нам всего лишь 14 лет, подростковый возраст, но мы с вами очень многое уже сделали. Сделали для того, чтобы наша страна, прекрасная наша Россия, стала справедливой. Мы с вами мечтаем о том, чтобы это было не только название нашей самой лучшей в мире партии, а это стало бы сутью нашей жизни в нашей прекрасной родине России. И мы это сделаем. Я абсолютно убежден, все нам с вами по плечу, потому что у нас есть идеология, идеология социальной справедливости. Это то, что очень нужно нашим людям. И никто нам не помешает. Ни коронавирус, ни наши оппоненты, ни наши злопыхатели. Это хорошо, что они у нас есть, потому что, значит, мы очень многим мешаем. Мы мешаем делать так, как не должно быть в нашей стране. Мы против несправедливости. Мы за то, чтобы все были счастливы, все жили достойно в нашей прекрасной родине. И вместе с вами у нас все это получится. С днем рождения партии, с праздником, дорогие товарищи!